платежом сырья, возбудила уголовные дела, соответственно, арестовала собственность по ухвале суду. У них был осмотр делянки, не было возможности арестовывать майно. Однако было все-таки арестовано и урожай, и элеватор, на котором на сегодняшний день находится урожай не только этой компании, но и других компаний. Также были арестована техника, которая не имеет никакого отношения к этому агрохолдингу. Что происходит? Это системная на сегодняшний день в Украине ситуация, по которой налоговая милиция рейдерским путем отжимает и получает неправомерную выгоду. Либо по договоренности с другими компаниями уничтожает более мелкие агропромышленные холдинги.